нападение. Поскольку как раз таки Артемий Естратов сегодня отсутствует, понимаю, получает он, необходимо здесь давать свисток, чтобы Асана вернуться в родные пенаты, где он защищает цвета по-прежнему Мариинского клуба. Передача, и тут опасно было. Мурат Наземина последовал пас. Здесь хорошее получение Магдича. Наброс с низом рассчитывал. Через Луценко будут пытаться здесь отправлять в контратаку. Здесь обидное падение для Чукина. Бросок низом. Миланов парирует. Вперед во фланг. Астафьев. Магдич. Снова на Астафьева. Оттуда бросок со щелчка в касание. Миланов парирует. Луценко. Скидка на ближнего. Здесь еще один хороший проход и добивание от Александра, который не остается. И вот налево, и оттуда щелчок с дальней дистанции. Мы с вами увидели Александр Молин. Неплохо прикладывался, но вот единственное, что точно необходимо подправить и настроить свой прицел. Молин. На вершину. Магдич. Обратно во фланг Молин. Прострельная передача на пятачок. Обратно подняли на вершину. Магдич во фланг Молин. Оттуда со щелчка за Барсы. Здесь Никита Магдич появляется очень вовремя на площадке. Выход 1-1. Бросок кистевой. Добивание. Мимо ворот. Георгий Миланов. Здесь отыгрывает просто прекраснейшим образом, надежно отыграл. Миланов тащит команду. Такой у нас с вами комментарий в нашем чате. Ну, Георгий Миланов каждую встречу в этом сезоне достаточно качественно проводит. И нужно сказать, что является, если не первым вратарем в своем коллективе. Магдич закрывает, синюю сыграно по правилам. Тот же перевод игры во фланг. Магдич на синей линии дал паузу и обратно отправил шайбу на Мулина. Наброс Магдича, добивание, Миланов парирует, он просто прекраснейший сейф от него, запрессинговали его. После чего шайба по инерции отправила в среднюю зону. Бросок хитрый от Шишева, еще одно добивание, Миланов надежен. Удача на левый фланг. Молин бросок, фактически в упор, но парирует Георгий Миланов. Номер Барсов. Хороший вход в зону. Бросок внизом. Парирует Миланов. Подобных эпизодов он просто надежен и великолепен. Видите, где восстанавливал форму. Ну и предыдущие 2-3 сезона выступал за стежных Барсов. И также реализовал. Пользовался. Не ожидал от него никто такого поворота. Миланов здесь в ближнем бою снова уверенно шайбу фиксирует в ловушке. Вот что касаемо Миланова, то начинал он свою карьеру в центре, затем продолжил ее в Руси до сезона 2021, а в прошлом сезоне пополнил состав московского Марина, где, кстати говоря, достаточное количество игровой практики получает. Но тот устоял все-таки на коньках. Здесь перехват, и можно обострять ситуацию Никитину, но... Либо же все-таки маринцы действуют очень надежно в обороне. Затем серия поражений против Академии Михайлова со счетом 2-7, затем петровцам уступили со счетом 3-4. Георгий Миланов очень классно отыграл, сократил угол обстрела. Наброс дальней дистанции. На щитках уже Миланов. Бросок все удобный, отыгрывает эту шайбу Барсы. Это 1-2, друзья. Работает уже тем временем Мартин Зубанов. Зубанов. Бросок низом, Георгий Миланов. Еще одно добивание. Здесь уже отмечался Иван Прошин. Все силы их брошены будут сейчас на реализацию. Бросок не получается. Зубанов. Миланов. Просто с крюка снимает шайбу Зубанова. И фиксирует шайбу себя в ловушке. Барсом с достаточно разгромным счетом, но в этом сезоне одерживает победу в Ливульсе 2-1. Поздравляем Мариинский клуб с победой. Набирают они